Начало мероприятия, я не думал, что оно дойдет к какому-то логическому завершению, потому что у нас как бы штыки воспринял весь двор. А теперь, когда я вижу, что у нас уже идет все к концу, не может не радовать то этот факт. Ну, то есть можно радоваться тому, что у нас все-таки получилось. Я познакомился как бы больше с соседями. С некоторой стороны негативные есть моменты, есть, конечно, и положительные, в то, что мы как бы более-менее объединились в плане нашего двора. Вот. Ну, жильцами, да, мы, думаю, что продолжать будем в том плане, что хотя бы следить будем за тем, чтобы то, что уже сделано, не было в первый же день разрушено. Надеюсь, что у нас хватит и терпения, и сил, и времени, которое вот самое большее как бы времени у нас проблема. Думаю, что у нас уже планов, вот даже мы тут качели хотим с соседом смастерить, то есть, ну, что-то да будет, что-то сделаем. Минусы, конечно, что вот эта стоит будочка газораспределительная, как бы, ну, старый он, во-первых, двор, 50-х годов двор, поэтому, конечно, хочется обновляться, чтобы обновлялся двор. Вот. Думаю, что и будет так дальше обновляться.